Зоры ушли просто куда-то, я не знаю, что с крышкой багажника. Надо ее отрегулировать. Бомбит у меня с нее. Привет, ребят. Я думаю, все вы знаете, что есть тазы купе. Ну, они называются хэтчбэк три двери. Самой первой купешной тачкой была восьмерка, про которую снимает Андрей Гошин как раз. Вот, я хочу вам про него рассказать, потому что, блин, у него тачка, короче, восьмерка. Еще и на люке я недавно заметил. Сам его смотрю, сам на него подписан. Поэтому ссылочку оставляю в описании. Перейдите, поддержите парня, который снимает годный контент про восьмерку. Переднеприводная купешка, хэтчбэк три двери на люке. Блин, это вообще кайф. Переходим по ссылке в описании, поддерживаем Андрея, подписываемся, ставим лайки. Ну а мы начинаем серию про двенашку. Заезд с девяткой. Всем привет, ребят! Сегодня у нас такая серия заездов. Моя двенашка против девятки. У меня шестнарь, 16-клапанная, 89 сил. Ну, как бы 90 сил. Вот. И второй у нас наш соперник. Это 8-клапанная девятка, 77 лошадиных сил. Но она с откапитальным мотором и с расточкой двигателя. Владелец мне написал с интересом заехать со мной. Он уверен в том, что девятка обгонит мою двенашку стоковую. Так что давайте проверим, развеем, так сказать, миф. Что быстрее, шестнарь или восьмиклапанник? Говорят, восьмиклапанник быстрее на низах тянет. Вот, тем более тут немного тюнинг. Так что погнали, моя двенашка против девятки. Короче, пока двенарь валит. Ну, как бы я поддался сначала, ну, типа, он первым стартанул, и он уехал тогда уже. Но я потом уже начал после 80 догонять. Поэтому шестнарь валит все-таки, кто бы ни говорил. Либо с девяткой что-то не то, но мотор был откапитален и на расточке, как бы, я думаю, все нормально с ним. Вот, поэтому я думаю, дело в мощности, дело в клапанах. То, что у меня 16, у него 8. Машина все-таки старее, чем моя у меня. Вот, если бы это 8-клапанная Гранта была, тогда бы он меня сделал, я думаю, да. Камеру крепим на девятку и смотрим уже от вида девятки, как я ухожу от него. Че, поехали? Хорош здесь со своими видеосъемками, слышите? Мы аккуратно. Я еще с хорошими видеосъемками два ряда занимаюсь. Короче, Орева нас прогнала ДПС. Сказал, хорошо своими видеосъемками два ряда занимать, серьезно. Сейчас едем на другую трассу, еще раз попробуем сходу и попробуем с нуля. Но так двенашка валит, двенашка валит. We'll be right back.
то я боюсь потом домой не вернусь, у меня сейчас коробка рассыпется. В общем, ребят, заехали мы, в принципе, 4 заезда сделали. Но так сходу, если потренироваться, я просто ждал его реакции тоже и потом тоже нажимал. Вот, двенашка, ну, чуть уходит там на корпус на 2. Вот, сходу одинаково они едут, иногда девятка уходила. Так что погнали подводить итоги, что я думаю по этому поводу и согласен ли со мной владелец. Ну что я могу сказать, ребят, заехали мы раза 4 со старта и с ходу. Мне казалось, в принципе, если реагировать быстро, то двенашка уходит на корпус на 2. Вот. Но это спорный момент, все-таки зависит от реакции. Второе, с ходу мы идем вместе, иногда девятка уходила. Как вы видите, все-таки дело в новизне мотора, то есть это 124 мотор. Вот. Тут мотор более старой версии, хоть он и откапитальный, и расточен. То же самое, то чтобы, если бы это была Гранта восьмиклапанная, то она бы точно меня объехала, потому что, ну, Гранта новее двенашки. Вот. Но так как это все-таки девятка, и у меня машина новее, и мотор новее, с меньшим пробегом. Мотор новее, мотор старее. Им занимались, этот стоковый. Но едут они одинаково, иногда двенашка, иногда девятка. Как бы, в принципе, одинаково так, в принципе, 50-50. Вот, сходу двенашка уходила. Если не тупить, то она уйдет. Вот, в принципе, такой небольшой заездик получился. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу, что как вообще. Что бы вы себе выбрали, типа шестнарь или восьмиклапанник, какой двигатель вам нравится больше. Ну, я доволен шестнарем, он хорошо себя показывает, даже на стоке. Причем у меня горит сейчас чек, лямбда-зон номер 1, и она иногда тупит и не едет, если полный газ не нажать. Так что вот так вот, всем спасибо за просмотр, ставьте лукасы, подписывайтесь на канал. Ты видел, дядька, нулевая девятка у Виталика. Так, ребят, вот владелец девятки Денис, сейчас он расскажет, что сделано было по мотору и почему девятка едет наравне с шестнарем восьмиклапанная. Так, значит, ну, полностью был разобран двигатель, блок отвезли на проточку под поршневую 82,4 размером, поршня поставили облегченные, шатуны сток, точился еще коленвал под первый ремонтный размер и облегченный маховик 4 килограмма весом. Голова сейчас стоит просто новая, новый стоковый распредвал, в принципе, из доработок все. А сколько по цене, по деталям? Так, поршневая, я не помню, что-то 3600. Маховик, я не помню, сколько стоил. В районе 2500-3000 тоже. Ну, новая головка, новый распредвал, там под 20-ку, что я уж не помню. Но это можно не считать, в принципе, голову. Так. И что еще могу сказать? Вот сейчас у меня появилось помещение, большой гараж. Как бы и хочу заняться ремонтом автомобилей. В принципе, можете звонить. Ты ставишь там WhatsApp мой. Вот. Могу откапиталить двигатель, там любой ремонт. Если вам что-то надо, если у вас что-то сломалось, также если вы хотите улучшить свой восьмиклоп, если у вас сток. Если вы хотите откапиталить двигатель, расточить мотор, распредвалы новые поставить, валы, форсунки, там, ну, если вообще что-то вам нужно сделать по машине, то ссылочку оставляю в описании на WhatsApp, ну, как бы номер оставляю в описании. Да, да, да. Вот, звоните, пишите, типа. Так что вот такая вот девяточка. Дядька, нулевая девятка у Виталика. Нет. Мясо затонированное, цвета темный металлик. Угадай, откуда она у него? Arriba.
one is safe, cause I'm not here to stay. But for now, can you feel that? I see a girl, I'm a gorilla. She called me King Kong like gorilla. Russian dance on your Magilla. The song is full of positiva. Gypsies are dead, is the land of the killers. We all play a game where the rich are the villains. But we rather be villain and live in a villa. Cause villains also like to live красиво. Лада Калина. Киноа from Lima. I call me hipster, but they call me Dima. Here come the idols. Love or despises, but I'm not going over. My moment of glory is coming like sunrise. Where's all my people? All men arriba.